Добрый день, госпожа Джердемали. Я Казиз Тогузбаев, корреспондент радио Азатык. Большое спасибо за согласие дать нам видеоинтервью. Здравствуйте. Госпожа Джердемали, вот первый вопрос я хочу задать вам такой. Что вы думаете о сути предъявленных вашему брату Искандеру обвинений? Мой брат Искандер, он был арестован 13 ноября 2017 года, то есть чуть больше двух месяцев назад. Ему инкриминируют статью «Легализация денежных средств». Что это значит? Это по версии следователя Перова, якобы 12 лет назад, в 2005 году, Мухтар Аблязов и я, младшая сестра Искандера, вовлекли Искандера в легализацию денежных средств, как говорит следствие, ранее похищенных в БТА-банке. То есть, согласно следствию, Искандер якобы получал деньги от Аблязова, а потом их инвестировал в Казахстан. Ну и потом, соответственно, отмытые денежные средства якобы направлялись за рубеж. Возвращались назад Аблязову, наверное, по версии следователя. И Искандера обвиняют, что в декабре 2013 года он приобрел фабрику конфеты Караганды на деньги, полученные от Аблязова. Как раз в этот момент Мухтар Аблязов находился в экстрадиционном аресте, под экстрадиционным арестом во Франции. Также следствие заявляет, что мой брат финансировал свой бизнес по предоставлению услуг через его компанию Sky Service, используя деньги Аблязова. Я могу сказать однозначно, что все это абсолютно вымышленные, сфабрикованные и, на самом деле, очень плохо сформулированные обвинения. Понятно. Имел ли Искандер, как ему вменяет следствие, причастность к отмыванию денег БТА? Вообще, имел ли он какое-то отношение к деньгам БТА, в том числе через вас? Искандер, он никогда не работал ни с Аблязовым, ни со мной. И он не имел никакого отношения к БТА-банку. Но он не был ни клиентом БТА-банка, никогда не брал кредиты, не получал никакие услуги в БТА-банке. Искандер был достаточно крупный бизнесмен, но ни одна из его компаний никогда не была клиентом БТА-банка и никогда не кредитовалась через БТА-банк. В личном плане Искандер не контактировал с Аблязовым, не был его товарищем и вообще не вел никогда никакого бизнеса с ним. Я хочу сказать, что Искандер, он достаточно известный в бизнес-кругах предприниматель. И он занимался бизнесом очень давно, с ранней молодости. Он начал еще в институте, когда он учился на матфаке КазГУ. И в 90-х он работал специалистом по ценным бумагам в Казкоммерцбанке. Потом он стал инвестбанкиром в Казкоммерц Секьюритис. А потом ушел в частный бизнес. И его частный бизнес никак не был связан с банковской деятельностью. Он занимался телекомом. Также Искандер никогда не работал на государство, никогда не был госчиновником. Я с ним никогда не работала, и у нас не было никогда никаких совместных проектов. Я долгое время жила в Америке и вернулась в Казахстан в 2005 году и начала работать в БТА-банке. К тому времени Искандер уже был крупным бизнесменом. Для меня был это всегда принципиальный вопрос. Я хотела быть независимой от своей семьи и никогда не хотела строить свою карьеру с помощью брата. Поэтому я, вернувшись в Казахстан, я не пошла работать ни в какой из его проектов, а начала строить самостоятельную карьеру. И надо сказать, что многие люди, которые знали нас по отдельности, они даже зачастую не подозревали, что мы были братом и сестрой. Я хочу сказать, что обвинения, которые сделаны против Искандера, они абсолютно лживы. И единственная связь Искандера с Аблязовым – это я. Так как я занималась юридической защитой Мухтара Аблязова на Западе,
Соответственно, Казахстан стал преследовать меня. И теперь следствие, арестовав Искандера, хочет добиться одной цели, чтобы я вернулась в Казахстан. То есть Искандер арестован в качестве заложника. И все, что как бы от него хотят, чтобы он вынудил меня каким-то образом, чтобы я вернулась в Казахстан. Но я хочу сказать, что я понимаю одну вещь очень четко, что если я вернусь в Казахстан, Искандера, конечно, никто не отпустит. Меня арестуют так же, как и Искандера, так же, как Искандера меня будут пытать. Нас обоих посадят на долгое время, отберут у Искандера весь его бизнес, фактически разрушат всю нашу семью. Угу. Это все. Как вы расцениваете утверждение некоторых, что защита Искандера с самого начала, то есть с момента его задержания, повела себя неправильно, заявляя о незаконности его задержания и в дальнейшем распространяя информацию о пытках и других фактах физического и психологического давления в отношении него? Очень поражают такие комментарии. Искандера незаконно арестовали, против него сфабриковали изменения и обвинения. К нему не пускали родители, жену, адвоката. Его били и пытали. И что в этой ситуации мы должны сидеть и молчать? Мы даже не знали, будет ли он живой к утру или нет. Мы только знали, что его бьют и пытают. И в этот момент мы бы сидели и ждали суда. То есть, по мнению вот таких комментаторов, мои родители, я, мы должны сидеть и ждать, пока Искандера сломают морально и физически, и, в принципе, заставят оговорить себя. А потом ему дадут срок на основании его же самооговора и отправят в зону на 15 лет. Конечно, мы такого не могли допустить, мы не могли молчать. И надо сказать, что мои родители, конечно, вышли на пресс-конференцию только почти месяц спустя, только 7 декабря, потому что в течение почти месяца они пытались, используя средства, предоставленные законом, получить доступ к Искандеру, ввести адвоката, которого они наняли на него, для него, и остановить его истязание. Но это ни к чему не привело, поэтому они фактически были вынуждены выйти на публичную пресс-конференцию и заявить о том, что происходит в СИЗО и как истязают моего брата. И в отношении юридической защиты я хочу сказать, что сейчас фактически нет материалов уголовного дела, только существует плохо написанные поверхностные обвинения, поэтому защите фактически не с чем еще работать. У следствия нет никаких доказательств для своих голословных обвинений. И именно поэтому они схватили Искандера и начали его мучить, отрезав от него родственников и адвоката. И именно поэтому арестовали Искандера сотрудников Дмитрия, Василину и Михаила. Фактически следователи хотят, чтобы они оговорили себя и чтобы сотрудники Искандера дали показания против Искандера. И они очень надеются, что вот такие вот выбитые признательные обвинения станут основой их доказательной базы. А без вот этих живых признаний, самооговоров у следствия фактически нет уголовного дела. Выходили ли лично на вас люди из Казахстана, и не только, в том числе друзья и близкие, с просьбой вернуться и дать показания? Как вы расцениваете призывы некоторых в социальных сетях о том, что вы обязаны по закону вернуться в Казахстан и дать показания следствию? Ну, официально я такого предложения не получала. Но мне передавали через разных лиц требования вернуться и дать показания на Облязова, и это выставлялось как условие освобождения Искандера.
То есть, учитывая, что это само условие является незаконным, то, наверное, сложно ожидать, что я получу такое предложение по официальным каналам. Я хочу сказать, что я нахожусь в Бельгии открыто. Я здесь получила политическое убежище. Казахстан знает, где я нахожусь, знает мой домашний адрес. Если у следствия есть ко мне вопросы, то они могут прислать эти вопросы в Бельгию согласно международной процедуре. Я здесь нахожусь уже 5 лет, и никаких обращений и запросов от Казахстана я не получала. Ваша мать на одной из пресс-конференций заявила, что следователи КНБ через Искандера добиваются, чтобы вы дали показания либо в Казахстане, либо в Европе, для чего туда может выехать следственная группа. Согласны ли вы в принципе дать показания? Если да, то где и как? С учетом ваших опасений относительно собственной безопасности, то, может быть, вы будете согласны на показания дистанционно через видеосвязь, если сессия вам это предложит, как, например, сегодня? Знаете, вам не кажется вот вся эта ситуация совершенно дикой? Мне никто никаких вопросов не задавал, моих показаний никто не спрашивал. Вдруг хватает моего брата, арестовывают, пытают, бьют, а потом начинают передавать мне через различные каналы, что я должна приехать в Казахстан и давать какие-то показания. Ну, я одно могу сказать, что вся эта ситуация, она уже давно вышла за рамки правового поля. Если у следствия есть какие-то вопросы ко мне, они могут их задать мне в любое время, действуя в рамках международного права. Приедут они в Европу или пришлют их эти вопросы из Казахстана мне в Бельгию, мне все равно. Просто они должны действовать согласно международным процедурам. В одной из американских газет 16 января, как раз в день встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента США Дональда Трампа, была опубликована ваша статья, в которой, можно сказать, вы призвали Трампа потребовать от Назарбаева соблюдения прав человека в Казахстане. Однако не считаете ли вы, что ваше обращение было напрасным, учитывая то, что во время этой встречи вопрос о нарушении прав человека в Казахстане не актуализировался? Вы знаете, не надо думать, что вопросы, которые озвучивают на публику, это все вопросы, которые обсуждаются во время визита делегации в Америку. Я хочу сказать, что права человека, вопросы прав человека, они всегда обсуждаются за закрытыми дверями во время визита делегации любой авторитарной страны. Это просто американская практика, и она не зависит от конкретной администрации в Белом доме. Это просто вот институциональная практика Госдепартамента США и других институций Америки. Я не считаю свое обращение напрасным, потому что я буду работать в Америке и дальше. Я буду обращаться в Госдепартамент США и в Конгресс США, чтобы расширить действие глобального закона Магнитского на сотрудников казахстанских правоохранительных органов, которые незаконно преследуют моего брата и пытают его. Я хочу пояснить, что вот глобальный закон Магнитского – это закон, который позволяет наложить персональные санкции в отношении людей, которые занимаются политическим преследованием и нарушают права человека в любой точке мира. В пятницу поздно вечером апелляционный суд Алматы оставил в силе решение суда первой инстанции о том, чтобы он еще 2 месяца находился бы под арестом в следственном изоляторе. Как вы прокомментируете это решение апелляционного суда? Надо сказать, что я, конечно, не удивлена решением апелляционного суда. Я не ожидала никакое иное решение, потому что судья, который выносил решение, это просто говорящая голова, которая озвучивает решение, принятое уже заранее совершенно в другом месте. И,
когда судья слышит о том, что человека пытают, о том, что человека мучают в СИЗО, то, что он находится в опасности и не принимает это совершенно во внимание, ну, о каком правосудии может идти речь? Искандера обвиняют в совершении экономического преступления. Данное преступление вообще не подразумевает меру пресечения содержания под стражей. Его содержат под стражей только по одной причине. Для того, чтобы выбить из него показания, чтобы сломать его, чтобы выбить из него признательные показания, а потом на основании этих признательных показаний осудить его. Ну, соответственно, учитывая, что первоначальный арест был незаконен, то все последующие продления данного ареста являются такими же незаконными. Как вы прокомментируете еще одно событие, которое произошло 12 января, когда следователь вытащил, можно сказать, Искандера из СИЗО к себе и пригласил туда средства массовой информации, некоторые проправительственные. И они устроили вот такую вот публичную медиа-экзекуцию, можно сказать, Искандеру. Но вы знаете, о чем я говорю. Его против воли его фотографировали, снимали, а потом еще и опубликовали. Как вы это прокомментируете? Я, если честно, я была совершенно поражена вот этим вот цинизмом и жестокостью, с которым Искандера продемонстрировали всей стране. Это, я считаю, что это действие абсолютно незаконное, оскорбляющее и унижающее человеческое достоинство. И сами по себе являются преступлением, содержат элементы состава преступления. Я хочу сказать, что с одной стороны, конечно, меня как сестру, меня до глубины души потрясло состояние Искандера и вот эта вот публичная его демонстрация. Но с другой точки зрения, это уже как юриста-правозащитника, я хочу сказать, что на самом деле вот такими действиями следствие подтвердило то, что в отношении Искандера происходят пытки. И было очень поразительно, когда они выложили медицинское заключение, и в этом медицинском заключении описывались некоторые травмы, которые на теле Искандера, но при этом в медицинском заключении говорилось, что эти травмы получены, потому что Искандер ударился об кровать и об тумбочку. Ну, это же совершеннейший абсурд. Все это понимают, и я думаю, в Казахстане, и не только в Казахстане, люди умеют читать между строк. Ну, конечно, все знают, что никаких тумбочек в камерах СИЗО не существует. У нас есть большой блок вопросов, можно сказать, которые связаны с вашей личной жизнью, с жизнью в Европе, успехами, о которых писали ранее в бельгийской газете. Вы сейчас готовы на них ответить? Или, может быть, эти вопросы когда-нибудь в другой раз, если получится у нас? Спасибо за интерес моей персоне. Надо сказать, что я всегда была непубличным человеком, и я хочу сказать, что это вообще первое интервью вот такое вот в моей жизни, где я рассказываю о себе, ну, о члене моей семьи, о моем брате. Я думаю, что если будет интерес, конечно, я готова ответить на любые вопросы, связанные со мной, с моей деятельностью, какое-то другое время. Ну, у меня больше тогда вопросов не осталось. Остается поблагодарить вас. Большое спасибо, госпожа Джердемали. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.